Вот и Волга. Какое странное место для занятия спортом. Часовня, снаряды тут какие-то. Личный оператор. Вот она. Жизнь. Я, знаешь, какие? Лидеров компании Арифлейм. Брать пример есть с кого. Наташка, ты там сейчас свалишься, кто тебя будет тут доставать? Да никуда он не свалится. Сейчас будем спускаться здесь, увидишь нору хомяка. Ну, каждый день привет передаем. Как это? Мы вас не дотащим. Собирать будем потом. Хорошо размялись, пошли дальше. Хорошо, помаленьку. Город растянулся на 100 с чем-то километров. И вот мы сейчас снимаем панораму города. И постараемся навести зум там, где находится памятник Родина-Мать. Вот в этом месте ее, наверное, можно увидеть. Рядом со скошенным зданием она стоит. Как далеко, какой длинный город. А вот они. Ты не спускайся, здесь скользко. Не, я спущусь. Волга, матушка. Осень на берегу Волги. А вода-то чистая в Волге. Посмотрите сами. Вот это наши байдарочники. Заплыв делали от Мамаева кургана, приплыли сюда. На бревне. На бревне. Гребли палками. Это вам не шухры-мухры. Вот шел я сейчас и думал, думаю, вот, это я сейчас говорю для тех, с кем работает Сергей и Валентина. Думаю, это то, чего не хватает очень многим. Встать утром в 7 часов. Да, гостей поднять. Поднять гостей. Я думал, я как нормальный человек буду спать сейчас. Фиг вам. Гостя хоть посмотреть.
Продышать, да? Да, и вот тебе за что очень благодарен, потому что я сейчас так продышался, поскольку... Да, вот балетки такое все выдано, видите, вот, да. Амуниция полная. Вот, молодцы. Вот это лидерство, которое рождает успех. Поэтому, слава богу, что ребята так себя ведут безобразно. Да. Молодец, ну снимал. И я думаю, что у меня жена сейчас... Без всяких там пилатесов, вот так, с палками в зубы, 5 километров, и как стройно, как кипарис она будет. Она дома упала, кольца снять. Она когда котлоса пойдет. Да. Она же вокруг котлоса еще параллельных грибов насобирает. И грибов насобирает. Мы сегодня в наш спортмастер, заедьте купить палки. Двойные кольца. Но палки мы выстрогаем, у нас лесу много, мы палки вырубим.